попалась, кто ты такая? Чего непонятного, маленькие такие, всем помогают. Ты фея, что ли? Вы что, в феи верите? Я же гном! Я думал, они только в сказках бывают. Отпустите ее! Предупреждаю, у нас спичка, и мы ее сейчас как зажжем! Из тебя никогда не выйдет толкового гнома, никогда! Все твои попытки смастерить что-нибудь с треском провалились. Я найду человека, который научит меня ремеслу, и тогда я всем докажу, на что я способна. Что это? Даю тебе неделю, чтобы расплатиться, иначе этот дом станет моим, а ты можешь выметаться. Я все потеряю. Было бы за чего расстраиваться. Все будет нормуль, нужно только научить меня печь. Ты что, не умеешь печь? Нет, ну и что? Вряд ли это так уж сложно. Я сейчас быстренько все потушу. Бензин, никогда не слышала. Нет, не надо! В нашем стиле сработали. Вжух и готово. Помогать другим – это наше призвание. Мы же гномы. Мы единственные, кто может спасти кондитерскую. Отлично! Вот же упрямый осел. Не смейте! Заводите буколёт! Гномы в деле. А эта штука для чего? Ничего себе!